И снова всем привет, с вами Расти, и сегодня мы будем продолжать играть в Skyrim с Elder Scrolls 5. Да, и... окей, я сейчас расскажу, что мы делали в прошлой части. Мы ходили на какой-то там драконий фигань, короче, из горы какой-то вылезли потом, и решили пойти на задание оборотня, про которого я рассказывал вроде в прошлой части. Если рассказывал, то могу рассказать. И да, я на полпути нашел такой вот знак леди. Такой вот знак леди. Восстановление знаком леди быстрее восстанавливает здоровье, запас сил. Вы можете только один знак брать, но там у нас был воин, так что знак леди, по-моему, будет норм. Для нас все равно все знаки воина я прокачаю до максимума, если буду играть. Ладно, он активировался, и все, куда нам надо. Ну вот, вот отсюда влево. Так, то есть вон тут, вон к той речушке. Не речушке даже, а речушке. Тут, кстати, злые рыбоубийцы, да, злые рыбоубийцы. Я не знаю даже, что сказать. Наверное, я еще раз могу пересказать историю про то, как я на кладбище нашел чувачка, у которого умерла дочка. Он сказал, что можно сходить к этому мужику, который убил его дочь. Он, это оказалось, что он оборотень, что он не специально, что изменить. Я пытался, бла-бла-бла. И всякое такое. Но он попросил нас уничтожить кольцо, нам Бог сказал, что вот ты иди убей его, тогда я сломаю кольцо и все. И не будет больше проклятия на кольце. Я бы мог, конечно, закопать кольцо и сказать чуваку, что все сделал. Все сделал. Да, но я так и не понял, как туда куда-то попасть. Давайте попробуем способом ТП. Сейчас я. Оп. И... Враги. Враги. Вообще, враги. Прямо зачепатые враги. У меня тут рыбы. Ой, я сейчас сдохну. Сейчас меня рыба убьет точно. Хей, фиш. Она не поддается. Она просто не хочет умирать. Ну ладно, тогда мы уходим отсюда. Она не умирает, так что все. Это уже конец нашей истории с рыбами. Так даже и не начавшийся до сих пор. Но ладно. Там мы вылезли с горы и пошли убивать этого оборотня. Я не думаю, что это будет легко, то есть... Ну ладно, если уж у нас есть выбор идти убивать оборотня или какие-то странные тупые пещеры исследовать, то, пожалуй, я выбрал бы пещеру. Так, как я сейчас выбью тут? Так, все, мы появились тут какой-то... скелетик. Я думал, что на нем что-то будет шмот. Ой. Hello? Я тут давно. Тут давно, походу, никого нету, так что можно... Ладно, я должен найти другой вход. Вход здесь? Нет. Окей, что мне надо сделать? Тут какой-то свет странный. Какая-то вода. Вот что мне надо делать тут? Я как бы просто ничегошеньки не понимаю. И должен... должен идти сюда. Должен идти в бок. Тут скелетик, да? Нет, я не ошибся даже. Я как-то даже туда пошел. Череп. Взять череп. Можно продать его кому-нибудь, не знаю, что подумает торговец, которому я это продам. Будет ничего, нет, кнопочки. Кнопочка, ниточка. Одежда. Фу, то что ж так пугать, мудачки. Тихо. Опа, все. Так, я зачекпоинтился. Некроманты. Некроманты. Не хочу. Ну скота! Давакин умер. У них там сердце Дэйда. Умри, наркоман.
Он меня вообще убивает. Просто убивает. Это какая хорошая броня. Почему кольцо даже не надевается? Эй, ладно, оружие. Что у нас есть с оружием? Нет у нас ничего из оружия. Пища. Можно что-нибудь поесть. Окей. Бухнули. И все. И больше, походу. Ну, есть зелья, но пить. Тут какие-то очень редкие зелья. Почти. Имеют очень маленькую. Нет! Не думаю. Вот после этого момента нет. Не думаю. Я могу как-нибудь отбегать лечиться. У меня есть такая идея. Вариант номер два. Так, мы быстро идем в разрушение и восстановление. А, я как бы ломаю их щиты еще. Сейчас. Нам нужны тогда зелья магии. Давайте их на любимые зелья поставим, то есть, чтобы легче было. Ой, фигачик, давакаша! Давакиняша! Выпью. Ах, вы некроманты чертовы! Теперь-то у меня точно нету почти что шанса. Или есть, но очень маленький. Настолько маленький, что... Какой-нибудь супер-пупер булаву бы мне взять. Её нельзя даже в две руки. Окей, давайте возьмем свой супер-пупер щит. Блин, да они еще. Муха. Это именно. Наглые люди пошли. Человеческое сердце. Это не то сердце, которое мне нужно было. Чё у вас тут? Да у вас тут нифига нету. Ладно. Придется убегать, походу. Это единственный выход. Я не могу их убить. Я ухожу. Некроманты эти. Если будешь убивать некроманта, лучше не убивай некроманта, потому что у него довольно сильно. Я уже ухожу, чуваки. Чё они в каком-то бомжомском доме тут сидят? Я думал, что там никого нет. Ну, по крайней мере, не должно было бы быть. Ну, окей, наш Давакин отправляется в путешествие, ну, и убивать оборотня, как нам уже сказали. Квесты! Зруда! Ладно, пока что я даже Фузруду не знаю и не могу никакой крик применить. То есть хотя бы сделать себе, так скажем, мимолетный шанс какой-то. Мимолетный шанс, чтобы выбрать момент. Что Фузруда там кого-то ударил, что-то подлечил себя. Там потом драка, еще Фузруда, еще там себя подлечил, скажем, еще драка. Это... Это техника ведения боя, так я без зелий пока я не нашел еще, где, ну, постоянную какую-то алхимик стойку, я не хочу топать в Вайтран сейчас, чтобы сделать себе какое-то лечебное зелье, то мне пока приходится вот так вот в полной же работать. Без зелий только на магии, если выживать. Ну, вот это где-то тут. Я в прошлый раз снимал, у меня еще друг пришел, поэтому я... не снимал, я вот тут вот упал просто очень тупо, так что я буду осторожно. Оп, все. Супер. Там лисичка вроде. Так, ну и что тут? А? Угу. Нам туда. Это определенно. Грот утопленника. Утопленник. Как-то меня быстро телепортировало туда. Ладно. Я даже ничего не нажимал.
Нельзя ничего собрать. Ладно, надо бежать дальше. Hey, guys. Тебя позвала кровавая луна, друг-охотник. Э? What the fuck? Тебя позвала кровавая луна, друг-охотник. What the fuck? Жертва сильна. Сильнее охотников, но придут другие. Убей его во славу владыки Херсина. О, хорошо, что ты сдох. Спасибо. Я все равно хотел тебя убить. Отдал золото. Да ты был очень скупой каджитик. Я смотрю. Ну, броню тебя реально. Броне тебе не позови. Короче, хорошая у него была броня, такая же, как у меня. Она мне ничего не принесла. Не принесла. Так что я оставил свою железную прочную броню. Так, ну ладно. Зачем? Я это заслужил, не так ли? Я не смогу остановить тебя, если ты этого хочешь. Херсин слишком силен. Но если ты пощадишь меня, я буду тебе верным союзником. И я больше никогда не вернусь к цивилизованной жизни. Теперь я знаю, что не могу жить среди людей. Окей. Меня насрать на Херсина, я просто не хочу даже сражаться, то есть... Я сохраню. Слава богам! Теперь давай разделаемся с остальными охотниками. Будем... Нет! Нет! Только не этого! Где? Где? Кто мне надо? Может, не надо? Это слишком. То есть, вы понимаете, что нельзя заставлять человека либо драться, либо просто... Я вообще нейтрал, знаете. Я не буду мешать охотникам, если его убьют. Мне насрать. Просто... Я такой человек по жизни. Это неизменно. Теперь возвращаться в Skyrim. Нет. Что, салфанка осталась, конфетки. Да, вроде ничего так. Окей, драконы, бла-бла-бла, чё мне там, куда надо? And what? And what? А где мой сюжет этот? Ну, по-моему, надо вернуться. По-моему, я что-то не углядел. Просто не мог просто так квесты счесть. Там вроде нельзя было пройти. Ладно, пошлите дальше. Пошлите. Будем думать, что этого не было, что выхода, захода не было, что просто я пошел за этим чуваком, и мы с ним были хорошими, друзья. Не, ну просто надо помогать иногда людям, знаете, такое, поговорки всякие. Прыг, 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 скок. Оп, все, я прошел. По-моему, я скоро за карту тут утопаю. Такими жестами. Куда ты убежал? Тут просто. Меня вроде тут сюда надо было идти, короче. Вообще что? Вот он, ты и все. Ура, я нашел. Ты страшненький. Ой, фу. Лучше бы я тебя убил. Он даже разговаривать не хочет. Окей. Ты вроде всех убил. Золото. Массовый паралич. Там заклинаний. Тут ничего не будет, не? А, ну он мой как брат теперь по оружию. Пойди. Вас предали. Берегись. Ага, вас предали, чуваки. Все, мы его убили. Неплохо. Хороший мой друг. Лук у него был всякие. Вау! У него вся броня лучше моей. Мы его убили за, ну, секунды три. Так, ну ладно. Стальная броня, что ли? Перчатки стальные. Ну, настоящего ксеница.
Я их оставлю, а потом перечарую свои самые хорошие, то есть свое самое хорошее, что у меня будет из брони. Так, ну электричество, это вроде все можно оставить, да? Так, теперь мы сапоги выкидываем. И все. И вот на этом все, да. Так, пошли дальше. У нас 20 лет. Какой-то мудачок. Иди убей, мудака. Отсюда. Оу, ты просто. Ой, нет. Ой, нет. Она сильная! Она сильная, ты мало урона наносишь, мой друг. Своими когтями. Оказалось, что это просто он ее так оглушил или что-то типа. Да, ну ты такой хорошенький. Ну ладно. Мой милый песик. Это мой милый песик. Ой, бля, вас много. Молодец, убил его. Так, сейчас я лутаю. Так, тут ничего не было. Молодец. Все, молодец. Она еще жива! И кто я? Мне страшно! Фух, я долбил по стене, и они сдохли. Ура! Так, все, забираемся у вас. Хеллоу! Ну все, вроде бы больше нечего забирать. О, ты все свою фирменную фразу говоришь. Даже. Так, ну, куда-нибудь можно забраться. Такие, нету смысла сюда забираться было, я не понял. Нам вроде сюда куда-то. Так, тут никого тоже. Тут светильничка. Измена, в атаку. Ты где? Я назову его У. Мой друг по имени Ау. Так, этого добили, да? Я вроде что-то было хорошенькое. Стальной шлем. Падением, ну это дерьмо можно не принимать всерьез, потому что. Окей, одежда. Так, это у нас был. Шлем. Так, вот этот шлем. Ну, давай кино шлем, но все равно. Так, что у тебя было? Ты вроде каким-то там подсвечивался, так что у тебя ничего нет. Нет? Так, ну что? Как он по мне не попадает? Е, таким прикольным ударом. Сейчас, подожди, я полутаюсь. Яд. Стрелы. Кинжалы. Зачем ему столько кинжалов? Спасибо за помощь. Ну, какой хороший голос. Здесь, вдали от тех, кому мог бы повредить. Выполнено. Зов Луны. Ну чё? Ты за мной не будешь ходить. Я хотел себе пета. Мне так нравилось с петом гулять. Это же няшный пет. А, ну то есть он сюда вводит. Вон на чё. Окей, так. Мне куда-то туда показывают, но я не могу выйти вроде отсюда. Как отсюда выйти, блин? Вроде куда-то надо, но... Да. Там, наверное, надо просто телепортироваться в Вайтран. Я выполнил зов Луны. Так, это какие-то там уже другие фигнюшки. Ну да, мы выполнили, и теперь нам надо на драконий предел отнести драконий... Что? Из этой локации невозможно еще и перемещение. Зашибись. Ну вот, может, чувачка нашли этого. Золото есть, стрелы есть. У меня тут не были. Вроде. Или были, или не были. Ладно, пойдем куда-нибудь. Сейчас, пока не настала ночь. Найс. Найт, найс. Найс, найт. Ладно, вот мы вроде, да, мы вышли. Все, суперски. Скорим! Высочайший герой! Ой, бля. Какая же это неудача, мой верный слуга.
И чё? Тебе удалось устроить охоту на охотников и убить их всех. Да. Они были очень достойны добычи. Ага, очень. Чем дальше, тем больше ты забавляешь и впечатляешь меня. Ступай своим благословением. Он еще из кольца все снял. Вот это вот, кстати, бог. Мудак. Такой маленький. Ну что, ты мне что-нибудь дал, нет? Ты мне ничего не дал? Все, что-нибудь крутое. Всякое дерьмо у меня тут есть. Какое-то. Кольцо. О, да-да-да, вот оно, кольцо Хелисима. Дополнительные превращения для Вервольф. О, ну круто, я теперь с колечком. Это нигде не видно. Но я такой теперь в стальной броньке. Да, по-моему, стало лучше то, что я все-таки расправился с этими охотниками. Они мне как мне не помогли, то есть я бы убил просто его за оборотня. Ну, может быть, он бы меня потрепал, пару раз убил, но я его пощадил, и он стал мне другом. То есть тут надо заводить друзей, которых ты видел в облике человека. Это какие-то коты. Коты в железной броньке. Ну, тоже неплохо, но все равно. Я всегда выбираю сторону, где не надо драться. Потому что бывает, что надо драться сильными. Да, есть такое. Ну, ладно. Что ж, мы тут сейчас зашли, такие зашли, что-нибудь полутаем. Слышу, что он кого-то несет. Мамонтовый сыр. Вот, вы успешно собрали живицу. Там типа зелья тебе дают, когда ты живицу собираешь. Ну вот, вроде тут ничего нету. Окей, нам надо вайтран. По-моему, мы должны все-таки как-нибудь завершить это задание. Или может не надо. Ну ладно, пока что завершаем. Дын-дын-дры-дын-дын-дын-дын-дын-дын, драконий предел, драконий предел. Это не предел, потому что это драконий предел. Окей, тут там рассказывают про какую-то царицу, тут какие-то стражники стоят. Да, тебе проломили колено. Да, тебе проломили колено, когда ты был таким же, как я, путешественником. Разбойниками я еще могу справиться. Но теперь вон, а драконы... Хватит болтать про драконов, мудачок. Потому что это совсем не круто болтать про драконов. Только Давакин может болтать про драконов. А, что-то я довольно сонный. Так, ну что ж. Человек подходит с оружием наготове. Как это выглядит? Такой ярл говорит, о боже мой, в мой город еще один дебил пришел. Ох-хо-хо-хо-хо-хо. Вот-то-то-то-то-то-то. Да, это все странно выглядит, реально. Я думал, что это как-то красивее. Full HD! Ладно. Здравствуйте. Нечего бездельничать. Что идея? Обработать дракон. Имперский лук? 0%. Блокируется щитом на 10%. Проклятие, провернусь. За воротами бушует война. А ты мне что предлагаешь? Это? Пошел вор. Пошел вор. Пошел вор. Эй, поосторожней. Сам поосторожней. Терминология я... А, драконий камень из храма Ветреного Пика. Он у тебя. Здесь твоя... Моя... Выходит, твоя информация все-таки оказалась правдой. Моя, твоя, не понимать. И выпала честь добыть ее для нас. Че тут? Тут ничего нового. Значит, это из кургана на Ветреном Пике? Неплохо. Когда все расшифруете, пришлите мне копию. Фаренгар. Морды Скайрим. Да что ж тут? Все книжки такие. Что? Ничего в них не написано. Интересно. Поразительно. Где его видели? Что он делал? На твоем месте я бы вела себя посерьезнее. Дракону вздумается напасть на вайтран. Бла-бла-бла. Не знаю, умеем ли мы ему помешать. Пошли.
Пошли. Я буду идти просто за вами. Ладно, на этом мы закончим, потому что мой друг зашел и вообще. Так что давайте. Пока-пока, ребят. С вами был Расти. Мы скоро продолжим. Удачи. Прямо на этом моменте. Удачи.